Levi. Mama announce. Eh. Kambani, welcome to George Compound. Welcome to George Compound. From the sun. Welcome to George Compound. Привет, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Армения. Добро пожаловать в Африке. Это Матиус. Страна называется Замбия. Город Лусака. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать три населенные и самый бедный район в Замбии, называется Джордж Компаунд. Температура плюс 32. И если вы новые в этот канал, не забудьте подписаться и поставить лайк на этот видео. Буду благодарен. Просто я хотел бы вам показать, как в этом районе люди живут, какие дома, какие дороги у них есть. Я именно выбрал этот район, потому что это самый перенаселенный район и бедный. Есть еще другие районы такие. В таком районе у них основные грунтовые дороги, которые вы видите везде, такие почти песок. И среди домах вообще есть мелкие или маленькие дороги, которые надо пешком по нем. И в этом районе днем запрещено оставить вещи на улице без осмотра, потому что многие тут украдут вещи, одежды, тапочки, все, что можно украсть, тут они украдут. 20 лет назад я тоже тут жил, когда я был маленьким. И было очень весело, конечно, жить в таком районе, потому что можно сюда, туда и так далее, повсюду, так могу сказать. Если вы смотрите этот видео, пишите в комментарии, если в вашей стране есть такие районы, которые вообще без порядок. Вы это видите, такие большие контейнеры. Тут люди, они изготовляют сами крепкий алкоголь, называется качасу. Это крепче, чем водка. Если 3 или 2 счет, человек уже пьянеет. Поэтому очень опасно. Это не легально по замбийскому закону. У них есть такие дороги, потому что это не запланированный район. Просто люди, они сами заселились и начали строить дома. Поэтому у нас вообще везде, повсюду есть дома и так далее. И тут туалет везде. Туалет, они на улице. И еще вода тоже самая на улице. Если вы хотите писать ночью, вам придется выходить на улицу в это время. Но очень-очень опасно. Поэтому не советую выходить на улицу после 12 в этом районе. И здесь живут самые добрые и счастливые люди, как вы видели в начале видео, детишки, которые я снимал. Когда учился в России, многие у меня спросили, какие дома у нас есть в Африке или в Замбии. Вот у нас тут дома, в основном, они каменные везде по стране, так могу сказать. И вот маленькие-маленькие здания, которые
вы видите это творит и вана одно временное, то люди они в этом маленькие, ну, здания они принимают душ. Вот у нас такая жизнь в этом районе. Почему я так говорю? Потому что я тут сам жил. Но теперь я живу в другом районе, который получше, чем этот район. Тут уровень жизни стара намного лучше, чем когда я жил тут, потому что практически было очень трудно найти воду, а теперь у них есть вода доступна и электричество доступно, но это не всегда, потому что тут не забронированный район и есть очень-очень многие, ну, многие проблемы, которые я буду перечислить. В этом районе самые распространенные проблемы это вода. По словам местных жителей, сбор воды занимается 3-4 часа каждый день из-за длинных очередей, которые усиливаются из перебоев в подаче. Ну, могу сказать, что тут люди, они тратят много времени на сбор воды, и это занимается обычно с 4 до 9. Женщины и девушка несут на себе основную тяжесть. Именно женщины и девушки несут на себе основную тяжесть этого времени стояния в очередях и ожидания воды. Время, потраченное впустую на сбор воды, съедает деятельность, приносящую доход и посещаемость школы именно детей, которые ходят школу, потому что тут, ну, школьники, они собирают воду. Даже когда вода доступна, некоторые жители в этом районе не могут позволить себе такой тариф, потому что у нас эта вода платна, поэтому если которые не работающие люди не могут платить, это означает, что им придется искать воду низкого качества из незащищенных, неглубоких колодцев. Вот так это могу сказать, одна проблема, которую люди тут у них есть. Но сейчас эта проблема не очень большая, потому что государство делает все возможное, чтобы вода была доступна даже тех, кто не могут платить. В Джордж Компаунд неустойчивая система санитарии. Анализ проблемы показал, что в гибельные ямы являются наиболее распространенными средствами санитарии. Только в округе Рима обнаруживали более 4000 выгрубных ям. Из-за этого, из-за недостаточного и неустойчивого водоснабжения, а также проблемы с доступностью, многие жители в этом районе используют неглубокие колодцы в качестве основного источника воды. И это могу сказать, что очень опасно, потому что эти неглубокие колодцы, многие из которых находятся в пределах 10 метров от выгребных ям. Из-за этого могу сказать, что есть вторая
проблема. Не глубокий городец в пригородных районах, окружающие вне в гребни ям подвергают очень серьезную и опасную уровень загрязнения воды вообще. Поэтому патологические вещества вызывают болезни. Тут у нас постоянно холера время от времени. Из-за того, что у нас вот городец, который рядом в грубных ям. И это тоже очень серьезная опасность для здоровья, если его использовать особо для питья и приготовления пищи без обработки. Эти воды большинство не просто так используют без обработки, поэтому у нас очень много патологических болезней. Третья проблема — это, конечно, электричество. Хотя у нас в Африке мы занимаемся где-то, может быть, если я не ошибаюсь, 40 или 50% вода в Африке. У нас всегда проблема с электричеством, потому что уходит и приходит время от времени. Иногда бывает, что люди, они сидят дома без электричества 6 по 6 или по 8 часов или просто весь день. Из-за этого люди решили начать продать уголь, который вы вот видите здесь. Эти все штуки — это уголь, который люди продаются за то, что электричества не хватает. Вот что я сегодня хотел вам показать. Я хочу сказать спасибо за просмотр, спасибо за лайков и за подписки. Увидимся в следующем видео. Пишите, какие видео вы еще хотите посмотреть из Африки. Это был Матиус из Замбии. Всем пока-пока. Goodbye.